На камере, конечно, не видно, но там есть штука. Она правда крутится. А, слушай, можно? Все, я понял. На камере не видно. Это очень решаемый вопрос. Снимать нужно сквозь вот эту штуку. Прямо вплотную тогда подставляешь почти, что, ну, только чтобы стекляшка, в смысле, линза, она пластиковая, думаю, что повалится, если сильно близко. Так видно? Ну, такое себе, ну, видно, да. Вот. Обычно я делаю, сначала снимаю сколько-то вот с этой штукой, а потом сколько-то без нее, чтобы человек мог увидеть все целиком.